Друзья, всем привет! Сегодняшняя самостоятельная работа – это череп. Вы можете выбрать любой из двух вариантов. Если вы у нас впервые, присоединяйтесь к нашему сообществу. Будем рисовать вместе. Исходники картинок можно найти у нас на сайте по ссылке в описании. Перейдем к нашему стилизованному изображению черепа с декоративными элементами. В нем не так много цветов, и вы можете сконцентрировать свое внимание на проработке графических элементов. Хорошенько проработайте светотень, ведь именно благодаря ей череп будет объемным. Можно использовать перлы и кэнди краски для пущего эффекта. Используйте вспомогательные инструменты, такие как нож и ластики. С их помощью вы сможете проработать все мелочи. Эта работа выполнялась на вспененном ПВХ формата 30 на 40 см. Вы можете взять любой другой формат. Напоминаю, что все исходники можно найти по ссылке в описании. Готовую работу прикрепляйте к уроку в личном кабинете. Присоединиться к нашему творческому процессу можно в любой момент. Самых активных мы будем поощрять. Желаю всем удачных работ. До скорой встречи! Nature.